Блин, вы не поверите, но еще год назад мы здесь своим ходом проезжали почти все машины. Болото это как-то очень изменилось и стало уже не таким дружелюбным. Причем, смотрите, заднее колесо, машина стравилась в нулину. Чего нельзя сказать о беке. Не хватает квадриков. Езда уровень бог на ручной коробке. Смотрите, видите, мы уже все в шлемаках почти. Ковер чистый, вот просто коврище. Как положено. Там уходит машина с той стороны быстро довольно. Раньше, да, год назад. Да просто подкинь. Раньше мы здесь проезжали, то есть это, ну, не... Да, это не по шее, это такое. Попробовать можно ради фана. Котлетос супер легкий, очень долго шел своим ходом, но вот то колесико сказало, что хочу под грунт. Ручная коробка. Извините за дубляж, это я в сторис снимаю. Вот сила где. Вот дорожка, Макс. Сейчас все потащит потом, да? Какой-то же скач у вас от Ладоги трофивает. А вот дорожка. А вот после таких на квадроциклах вообще потом проедешь. А, вот ты пишешь? А вот после этого очень тяжело квадроциклом ехать. Ты проедешь. А что ты, не запикиваешь, что ты что, на монтаже не умеешь эту хуйню делать? Это как пип-пип-пип. Санька жалко. Велик взял бразды правления над Крамблом. Газик у нас остается, похоже, здесь. Ну там в текстурах уже потерялся. К сожалению, у него эвакуация. Никак. Ух ты, а что такое? Черт, а? Офигеть, Крамбл тоже поломан. Нарви мне болото, пожалуйста. Слушай, его оставляем. А что с ним? Выписываем Макса. Ты дай травы, пожалуйста, надо глушитель починить. Дай, говорит, травы. Давай, перчатка. Там опять проволока отвалилась, да? Там сломалось на скрепление. Глушителя была клепка. Он не заводится и не работает вентилятор. Попросил выписать ему Макса. Притом надо это понять, худшее место, правильно. Где можно сломаться. Так, а что не заводится? Может, пошли... А, ну, не так... Нет. Так просто. Так, я понял. Сейчас проверка, какая передача. А, никакая. Я предлагаю всем двигаться. Березка, березка, сосна. Опа. Ну что же, Газик окончательно нас покинул, но вроде разобрались, в чем беда. В этих условиях мы не можем его, к сожалению, прикурить, поэтому будем пробовать монстром. Да, но он только уходит на дно. Скажи,
скажи, чтобы он назад и посильнее выдернул. Вот это дернул, так дернул. Макс, не гони так, стой, куда ты? Блин, я бы толкнул. Ну я снимаю, да? Не, а я и толкну. Что мне западло толкнуть, что ли? Давай, Евгений, стоит с палочкой. Смотри, блин, на дебилов. Сейчас как пойдет, я прям чую. Сань, зафиксируйся. Так, ну все, тронулись. Дальше едем полным составом. Газик возбудили. Пробираемся через хрен пойми куда. Неа. Да, подсохло здесь. Так, подъезжаем к еще одному забавному препятствию. Красавчик Максим наказал лужу. Сейчас будет красавчик Ярослав. Только я поздно включился, но это было офигенно. Рулем. Да отдавай, Лебедович, ты, а? Ты на корнях. Давай, залазь. Ой, это ты уже там сам.
колею плюхайся и вторую передачку там начинай набирать. Восхитительная глубина колеи. Бег. Колея хорошая. Можно ехать. Борьба, гонка, Ладога Трофи. Безумная дичь. Я просто знал, что здесь есть дно и что здесь можно повеселиться. Дай немножко. Так, ну и догоняют нас УАЗики. Виталь, вот мне кажется, вот на этот островок надо. Иди там сзади. Тихо. Газку надо было нажать, когда я показывал. Борьба, борьба. О. Благо не глубоко. Вот так. Не проезжает он вперед. На глиномесил. Дим, по-моему, над нами издеваются. Понимаете, да, куда мы приехали? Даже Крамбл чуть-чуть подкапывает. Дима не понимает, что происходит. Ладно, не благодари. Этому уже ничего не поможет. Блин, я так скучал по Диме и его Крамблу на самом деле. Я прям максимально рад.
газы пошли. В самый неподходящий момент пошли газы. Пока у нас легенький технический перерыв, многие спрашивали опять-таки про этот Huawei. Никогда не думал, что он может такой интерес вызвать. Карты по-прежнему использую те же. Сателлит очень удобно, видно и дорожки есть, вот приглядитесь. Блин, GoPro плохо фокусирует. Очень симпатичный, умеет раздавать зарядку. Уже не раз выручала эта тема. Камера, блин, попробую сейчас одной рукой показать. Но это просто бомба. Бля, как я вам покажу одной рукой? Ладно, пускай будет так. И это еще 32-кратный зум. А можно до полтоса. Но у меня одна рука трясется. Короче, iPhone по камере даже рядом не стоял, пока зашел больше Samsung. Тещу его, кайфую от души. А мы же чиним наше охлаждение. Навернулось на Wrangler'е. Пытаемся найти нужный провод. Huawei P30 Pro, если что. Давайте я на всякий пожарный еще раз покажу программки, которые я использую. Alpine Quest, вот это. Guru Maps. Это основные вот то, что я пользую. Вот эти две сверху. Alpine Quest и Guru Maps. Надеюсь, вопросов больше по ним не будет. Кайф! Вот сейчас ответственный момент для Максима. Надо набрать ходов. Спасибо за звук. Зачем он бибикает? Почему он не едет? Столько вопросов и так мало ответов. Мостом начертил порядочно. А глины выгнал перед собой еще больше, чем порядочно. Я бы на Невасике, да? Посмотри, сколько молочного шоколада он уже выгнал сюда. Здесь было абсолютно сухо. Да, ой. А я... откуда ты знаешь, что молочного? А я его пробовал. Хороший проспектив. Ух, пожар. Yeah.
Хотелось бы, чтобы он заехал. Посмотри, как он копает вообще сейчас, мостом. Блядь, вот он сейчас ляжет. Смотри, он сейчас закинет ногу и ляжет. Но это не точно. Вот тут ляжет. Он на нее просто закинет и ляжет. Но это же патрол, патрули силы. У вас могила? Крузак. Не. Да. Вы посмотрите, какое тесто, ребят. Проезжайте вперед чутка. Слушайте, ну медленно, медленно, но едет. Я, правда, оглохну. Не знаю, на что он рассчитывает и что он будет делать. Но даже он нагнал кучу цемента. Что, твои мысли? Он на объездку бы и не выскочил, там уже такая колея нарублена. Ну, будет лебедка стопудово. Посмотри, как замылились багера. От них просто и следа не осталось. Просто обычная резина для легковушек. Без вариантов, господа. Лень было пилить. Макс решил дорогу прочистить. А мы едем по ранее десятилетиями созданной объездкой. Я пробил. По-моему, он Макса подписал на какую-то фигню. Не пойдешь снимать? Поехали, поехали. Перевернетесь. Не, наверх и направо. И? Не, нормально. А, так вот, тут пусто маленький, на первый пониже, в сторону пускаешь. Надо туда ближе. Расходимся! Говорили, будет это. Ну, наверх и направо. Надо за тучи. Да, туча вообще лютая. Паш, съезжай. Жень, давай, давай, вот так вот. Он шел, так же.
колесо будет бить пиз. А что там наверху стоит? Кто на девятый приехал? Кто на девятый стоит? Газик? Я не вижу. Вот куда? Дим, кто наверху стоит? Газик. А? 59-й? Это что ты делал? Сиденье у меня вперед. А. Вода из собак такая холодная, да? Давай, Димончик, поехали бырее. О, тормоза есть. Давай, Дима, это не так страшно. Плюх, и все. Дим, давай уже, плюх, будь мужиком. Соберись. Кайф. Так, я отключаюсь, чтобы меня не ждали, а сам буду мыть свои штанишки. Господа, судя по всему, на этой прекрасной и красивой ноте наша команда прощается с вами, и я тоже с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели, и мы счастливы! Всем мир! Ладно, поехали на лобное место. Следующее, у Максима порвался ремень, и все, и мы его меняем. А ремня нету, но у нас есть штаны.
есть веревки от спортивных брюк. Не шевелись. Мы надеемся, что это поможет. У Олега сегодня не упрут, а любовный грипп вообще получился. Что у него? Что они там творили, кстати, это вообще просто. Там, короче, игра вообще Юлик, вся жара, уже все. Юлик говорит, что там какой-то фейковый провод. Да, все договорились вообще уже. И адрес узнали, куда ехать. Вообще, уже там ничего не интересует. Там вообще просто, знаешь, все в ход пошло. Нет, все нормально, но это все он глупости говорит, такого не было. Бега, а на самом деле мы ждем, чтобы ты уже выехал. Не в роли оператора и держателя камеры, а в роли водителя в сухой на автомобиле. Да я сам жду. А в камеру или...